я заведующая филиалом номер 2, школа-интернат номер 5, детский дом, который находится в Великом Новгороде, в Деревеницах. Нам решили оказать помощь в виде фруктов, овощей для наших воспитанников. Большое спасибо за такую добрую акцию. Спасибо от наших маленьких и больших воспитанников. И очень надеемся, что и дальше мы с вами, может быть, еще встретимся. Увидимся. Друзья, это не для рекламы они помогают, а для того, чтобы и другим людям разных национальностей это служило примером, что детскому дому и пенсионерам, ветеранам всем нужно помогать. Правильно? Спасибо вам.